Итак, короче, время 3 часа ночи, и, к сожалению, только сейчас удалось найти какое-то похожее место на ночевку. И сейчас мы будем разжигать костер, все хотят спать, все хотят есть, все замерзли. И погнали, наверное, что там, Тимур уже что-то пробует.
Ну что сказать, время пришло спать. Серега там еще жгет костер, может быть будет спать, может не будет. Ну а я сейчас чуть переоденусь, укомплектуюсь, создам подушку себе, да, и что так достаточно важно, это то, что температура за бортом у нас плюс 7 градусов, ну, это ничего страшного, сейчас оденем теплые носки, теплые штаны, и все, и спать. И, наверное, я прощаюсь с вами до утра. Утром будет интересное новое видео, поэтому всем спокойной ночи. Доброе утро. Серег, а ты чё, не спал? А чё так? А чё так? Ну я как не спал, ты так? Да, тоже ничего. Нормально. Кочегарю. Костер не тух. Всю ночь горел. Я тут дровишко подкидывал.
Блин. Ночью казалось, что тут просто какой-то маленький домик стоит. Там горел свет. Так, прям как будто будка какая-то. А оказалось, что мы опять находимся на какой-то территории промзоны. Опять какой-то завод, что ли. Всю ночь мы не могли найти место, где расположиться. Именно потому, что постоянно натыкались на заводы, на все вот эти закрытые территории. Ну а вот тут вообще красиво. Ладно, будем сейчас завтракать, просыпаться. Время сейчас вот 8:13. Получается, что мы в 4 легли. 4 часа поспали. Но... как сказать, ну, я поспал, да. Ладно, надо немножечко погреться. В принципе, не могу сказать, что я промерз за ночь, но было прохладно немножко, да. Земля чувствуется, не сказать, что сильно, но чувствуется. Ну, ладно. Будем просыпаться. Доброе утро.